Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем коротком видео мы с вами поговорим о цветах Ван Гога. Рябчик или фритиллярия – это луковичное растение, которое, как и тюльпаны, цветет весной. Поэтому легко определить, в какое время года Ван Гог написал эту картину. Разновидность, которую художник изобразил, это императорская фритиллярия, которую выращивали во французских и голландских садах в конце XIX века. У растения оранжево-красный цветок с длинным стеблем, и из каждой луковицы распускается от 3 до 10 таких цветков. Поэтому для составления своего букета Винсент использовал всего одну или две луковицы, поместив срезанные цветы в медную вазу. Когда Ван Гог создавал эту картину, он жил в Париже и тесно общался с Полем Синьяком. Поэтому неудивительно, что Ван Гог применил некоторые принципы неоимпрессионизма, одной из главных фигур которого был Поль Синьяк. Для фона использован принцип пуантилизма, а в самой картине преобладает контраст дополнительных цветов – синего и оранжевого. Однако влияние этих техник неоимпрессионизма остается ограниченным. Отдельные мазки использовались только для создания определенной поверхности. Взаимодействие дополнительных цветов никак не ограничивало Ван Гога в выборе оттенков. И, наконец, выбрав именно натюрморт, художник отошел от тем, которые рассматривали Синьяк, Сюра и их последователи. Художник Эмиль Бернар позже вспоминал, что Винсент ухаживал за мадам Сигатори, итальянской владелицей кафе «Тамбурин», и дарил ей картины с цветами, которые оставались на века. Благодаря нарисованным букетам, подобным этому, «Тамбурин» вскоре превратился в настоящий сад. Подсолнухи стали своего рода визитной карточкой художника. И, как известно, Винсент часто писал цветы. Существуют его полотна, изображающие ветки цветущих деревьев – яблонь, акаций, миндаля, каштанов. Нравилось ему рисовать и простые полевые цветы – ромашки, маки, васильки и даже чертополох. Но особую любовь Ван Гог испытывал к подсолнухам, о чем он неоднократно писал своему брату. Художник признавался в письмах, что это растение он ассоциирует с собой. Возможно, это связано с тем, что подсолнухи желтого цвета, а это был самый любимый цвет художника. На картинах подсолнухи, которые Ван Гог создал в Париже, мастер запечатлел в беспорядке лежащие срезанные цветы. Лепестки на них взъерошены и примяты. Изображение великолепно передает такое некое судорожное увядание огромных соцветий и толстых изогнутых стеблей. Несмотря на то, что судьба этих растений предрешена, картина удивительным образом передает некую дремлющую в них большую жизненную силу и сопротивление неизбежной участи. Если описание созданных в Париже картин подсолнухи Ван Гога производит такое депрессивное впечатление, то цикл работ, которые были созданы через год в Арле, напротив, наполнен светом и радостью. Это связано с тем, что, пребывая на юге Франции, художник испытывал большой эмоциональный подъем. Первый год жизни в Арле стал для Винсента годом желтого цвета. Ван Гог поселился в знаменитом желтом доме, который, к сожалению, был полностью разрушен во время Второй мировой войны. Это был единственный дом, который Ван Гог по-настоящему считал своим домом. Художник писал золотые пшеничные поля, залитые солнцем улицы. Желтыми на его картинах были цветы, овощи, посуда, даже небо и лица людей. Но особенно Винсента завораживали безграничные поля подсолнухов, которые в Арле даже цветком не считали, выращивая их для производства масла. Винсент написал в общей сложности 5 больших полотен с подсолнухами в вазе, используя 3 оттенка желтого цвета и ничего больше. Таким образом, он продемонстрировал, что можно создать изображение с многочисленными вариациями одного цвета без потери какого-либо красноречия и смысла. Картины с подсолнухами имели для Ван Гога особое значение. Они выражали благодарность, писал он. Первые 2 картины он повесил в комнате своего друга, художника Поля Гогена, который некоторое время жил с ним в желтом доме. Гоген был впечатлен подсолнухами, которые, по его мнению, были совершенно винсентовскими. Ван Гог уже написал новую версию подсолнухов во время пребывания своего друга, и Гоген позже попросил одну из них в подарок, на что Винсент ответил отказом. Позже он сделал 2 авторские копии, но тоже никому их не отдал.
Каждый оригинал картины Ван Гога «Подсолнухи» имеет предельно простой и лаконичный сюжет. На поверхности стоит простая грубая ваза с огромными цветами. Цветы кажутся слишком большими и несоразмерными окружающей обстановке, даже размером холста. Поэтому создается ощущение, что лепестки подсолнухов вот-вот раздвинут края картины и проникнут в наш мир. Полотна созданы в оригинальной технике импасто, в которой краски наносятся на поверхность очень густо, как с помощью кисти, так и мастихином, ножом и даже пальцами. Благодаря шероховатой и грубой фактуре полотна создается иллюзия того, что цветы не нарисованы на холсте, а находятся как бы по эту сторону картины. Они движутся, изменяются и колышутся от дуновения ветра. В это сложно поверить, но одна из самых умиротворяющих и безмятежных картин Ван Гога была написана в самый, пожалуй, сумрачный период его жизни. В мае 1889 года, после того, как художник несколько раз попадал в госпиталь, а добрые жители Арля подписали петицию о выдворении сумасшедшего художника из города, Винсент решил добровольно отправиться на лечение в психиатрическую лечебницу в Сен-Реми. Ирисы он написал в первую же неделю своего пребывания в больнице. Как и огромное количество других картин Ван Гога французского периода, ирисы написаны под существенным влиянием японского искусства. Обрезанная композиция, четко очерченные плоскости ярких оттенков и монументальные цветы, которые рвутся за пределы холста. Обычно Винсент делал предварительные наброски к своим полотнам и часто даже снабжал довольно подробными зарисовками письма к брату. Но к этим ирисам набросков не сохранилось. Более того, эксперты полагают, что их вообще не существует, поскольку саму эту картину Ван Гог считал этюдом. Тео, тем не менее, сразу высоко оценил полотно и представил его на салоне независимых в сентябре 1889 года. Рассказывая в письме Винсенту о выставке, Тео пишет, что картина поражает взгляд издалека. Это прекрасный набросок, полный воздуха и жизни. Эти ирисы Ван Гог написал незадолго до первого приступа, случившегося с ним в больнице, и, возможно, именно поэтому картина получилась такой безмятежной. Тогда художник еще был уверен, что лечение даст результаты, и писал ирисы с искренним восхищением и радостью. Каждый из этих цветков уникален. Винсент долго наблюдал за естественными движениями стеблей и лепестков и сумел точно уловить и воспроизвести очень разные изогнутые силуэты. Первый владелец этой картины и один из первых почитателей Ван Гога, французский искусствовед Октав Мирабо, писал: как хорошо он понял утонченную сущность цветов. 31 января 1890 года Тео Ван Гог написал Винсенту о рождении сына, которого назвали Винсент Вильям в честь дяди. Винсент Ван Гог сразу же принялся за работу над картиной, которую намеревался подарить своему младшему брату. По замыслу Винсента, полотно должно было висеть над постелью супругов и символизировать начало новой жизни. Этим обоснован выбор сюжета полотна. Ветки миндаля начинают цвести очень рано и являются предвестником весны. Уже в Арле Ван Гог был очарован фруктовыми садами с абрикосами, персиками и сливами в цвету. Цветущие деревья неоднократно появляются на картинах художника. Однако композиция цветущих веток миндаля необычна для творчества Ван Гога. Кажется, что ветки плывут на фоне голубого с оттенками бирюзы неба. И неясно, то ли мы видим часть дерева, то ли ветки находятся в вазе, как в более ранних работах. Практически все пространство картины заполнено ветвями, которые подчеркнуты благодаря темным контурам. И в резких контурах, и в расположении веток заметно влияние японской живописи, с которой Ван Гог познакомился еще в Париже. Хотя эту картину часто рассматривают как натюрморт, именно со срезанными цветами миндаля, подобно тому, что Ван Гог написал в Арле годом ранее, и исходя из этого приравнивают к срезанным подсолнухам в Париже или срезанным ветвям цветущих каштанов в Авере, данная работа, несомненно, была написана вне дома. После того, как в Сен-Реми Ван Гог практически забросил натюрмортную живопись, в последние дни пребывания здесь он написал 4 натюрморта. 2 с ирисами и 2 с розами. Каждая пара состоит из одного вертикального и одного горизонтального натюрморта. В этих формалистических цветовых упражнениях
Художник отказался от густого импаста, распределяя краску сдержанно и тщательно прорисовывая формы. Накануне своего ухода из Сен-Реми в мае 90 года Винсент написал вот такую исключительную группу из 4 натюрмортов. И считается, что эти букеты были задуманы как серия или как некий ансамбль. В своем письме от 11 или 12 мая 90 года Ван Гог сообщил, что занят 2 натюрмортами с ирисами, и добавил, что работает над полотном с розами на светло-зеленом фоне. Здесь используется тот же горшок, и он расположен под тем же углом, что мы с вами увидим на вертикальном полотне с ирисами. И, как и там, контуры горшка и столешницы очень тонкие и изящные. И таким образом между вертикальными ирисами и горизонтальными розами, будем их так условно называть, существует стилистическая связь. Обилие белых роз, буквально вырывающихся из кувшина, из горшка, почти полностью заполняет пространство натюрморта. Розы имеют крупные, красивые цветы с лепестками, окрашенными в аквамариново-синий, шалфейно-зеленый, сиренево-розовый, лиловый и масляно-желтые цвета. Изумрудно-зеленые листья заполняют промежутки между цветами. Несколько цветков и в горизонтальном, и в вертикальном натюрморте лежат у подножия сосуда. Многие цветы, листья и ваза очерчены темно-синим или черным цветом. В обеих работах фоном является мятно-зеленая стена с волнистыми диагональными полосами кремово-белого цвета. Краска нанесена здесь толстым слоем с заметными мазками. В своем последнем письме из Сен-Реми Ван Гог писал Тео: «В настоящее время все идет хорошо. Ужасный приступ исчез, как гроза. И я работаю, чтобы сделать последний взмах кисти здесь, со спокойным и ровным энтузиазмом. Я пишу полотно с розами на светло-зеленом фоне и 2 полотна с большими букетами фиолетовых ирисов. Одно на розоватом фоне, где эффект мягкий и гармоничный из-за сочетания зелени, розового и фиолетового. С другой стороны, другой фиолетовый букет выделяется на поразительно ярко-желтом фоне, с более темными желтыми тонами в вазе и на столе. Так что эффект чрезвычайно разрозненных дополнений усиливает друг друга своим сопоставлением». Во второй части этого отрывка Ван Гог возвращается к языку цвета, который он использовал в «Арле», когда он был полностью поглощен идеей использования дополнительных цветов. В Сен-Реми он редко упоминал об использовании дополнительных цветов в своих работах, и это был последний раз, когда он говорил о намеренном использовании их в одной картине. В выборе сопоставления желтого и фиолетово-синего цветов в данной работе его, возможно, также подтолкнуло воспоминание о посещении студии Жоржа Сюра в день его отъезда из Парижа в Арль в феврале 1988 года. Действительно, в том же письме он отметил эту связь. Но еще одна странная вещь. Как в тот день, когда мы были поражены полотнами Сюра, так и эти последние дни здесь для меня как свежее откровение цвета. Тонко чувствующий живописец показывал, насколько сильны эмоциональные возможности разных цветовых решений одного сюжета, насколько по-разному могут восприниматься изображенные предметы, исходя из того, контрастируют они с общим фоном или гармонируют с ним. Винсент Ван Гог изобразил ирисы в вазе, подчеркивая гармонию зеленого, фиолетового и розового. Следует отметить, что спустя годы краски на холсте поблекли и выцвели, и розовый фон сменился почти белым, а фиолетовые оттенки ирисов утратили свою глубину, сместившись ближе к голубому. Художник печально отмечал, что картины выцветают подобным цветам. На этом полотне взгляд приковывает пышный букет ирисов в бледно-голубой вазе. Пастельные холодные тона легкие и воздушные, на картине нет игры светотени. Именно к этому Ван Гог и стремился, к гармонии и покою, располагая умиротворяющие прохладные фиолетовые пятна ирисов по всему холсту. Он тщательно выписывал лепестки, передавая их нежность, подчеркивая их прекрасную недолговечность, изобразив увядание отдельных цветов в букете. На данной работе, как и на последующих за ней, отражено внутреннее состояние художника. На полотнах проступают характерные черты неустойчивых психических состояний живописца, отзвуки его метаний между душевным подъемом и отчаянием. Несмотря на то, что на картине, помимо свежих и полных жизни ирисов, присутствуют и такие, которых уже коснулось увядания, невзирая на всю символичность такого грустного посыла о быстротечности красоты, эта работа воспринимается легко и без какого-либо негатива.
Нежность и гармония оттенков, четкость линий натюрморта дарят созерцающему приятное расслабление. После трагической кончины художника эту работу передали матери Ван Гога, и она принадлежала ей до самой ее смерти в 1908 году.